Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у дядушки Слендера. Давайте посмотрим это Слендер-санаториум. Что же здесь такого происходит? Мы давно не были в гостях у Слендера. Давайте немножечко посмотрим, попугаемся, пособираем то, что нам надо. Нам нужно собрать всего лишь... просто-напросто... 8 записок. И уйти отсюда с чистой душой. С чистой совестью на свободу. Так, пусто. Выросла капуста. А в капусте червячок, дядя Слендер дурачок. Так. Окей. Пойдем искать, что же здесь есть. Прачечная. Угу. Шматье. Нам это не надо. Это не берется порошок. Так, здесь, наверное. Ну, в принципе. А, все, вижу, заметил. Угу. Блин. Бери давай. Очень плохо. Смотреть и пялиться. Конечно, плохо. Еще было неплохо. Так, что-то мы туда не ходили, да? Вроде были туда ходить. Побежали. Ну что же мне делать? Так, что-то там светится. Давайте посмотрим, что же там может светиться вообще. А-а-а, это Буба-кола, diet Буба-кола. Enjoy the diet Буба-кола today for $1.50, мать вашу, так, окей. А, напряжение растет вместе с музыкой играла на теплоходе у нас. Нет, не туда. А, па-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 
Очень-очень-очень сильно устает. Так. Пока что у нас как бы все нормалек, я смотрю, да? Никакой паники, никакого напряжения, потому что дядюшка Слендер где-то потерялся. Ну, как говорится, вспомни Слендера, а вот и он. Ну, я подозреваю, что сейчас мы как раз к нему идем. Нет, не идем. Так, что-то запутался кругами. Не моргай фонарик, что ты издеваешься, что ли, надо мной? Не надо этого делать. Все будет хорошо. Так. Заброшенный санаторий. Что может быть лучше? О, урок информатики. Давайте запустим QBasic и напишем программу, которая рисует кружочек по центру. Да, давай, Слендер, ты поможешь мне, нет? Я бы тебе помог. Вообще интересно, да, компьютерный класс такой интересный на маленькое одно окошечко и какой-то странный агрегат непонятный. То ли мини-электростанция или что это такое вообще. Шкаф есть. Шкаф с дискетами. О, записка, что-то не заметил. Постоянно охотится. Японский городовой, что же ему делать-то еще? Конечно, он будет охотиться постоянно. И вот дискетку с программами от QBasic потерли, поэтому он теперь расстраивается. Все понятно, Слендер, я тебя понимаю, чувак. У меня тоже была дискетка такая, но потом ее, к сожалению, кто-то взял и запорол все мои чудо-проекты, которые были написаны на QuickBasic и Pascal. Блин, Слендер, я тебя так понимаю. Иди ко мне, мой друг. Давай вместе будем писать программы. Записочка. Постоянно наблюдает, постоянно охотится. Что ж ты? Туалет. Ручки посушить надо. Или штанишки, скорее всего. Ручки надо сушить. Штанишки надо посушить. Сколько мы собрали? 3-4? Честно говоря, сбиваюсь постоянно со счета, потому что не до этого, не до счета. Проводочка. Проводочка, проводочка, очка. Ай, мама, мама, мас. Блин, забака ты, Баскервилли, что ж ты делаешь, ты ублюдская тварь. Ну как так, он сзади просто подошел, ну и быть такого не может. Ну что такое, ну 3 штучки собрали, ну беда. Давайте еще раз. Еще разок. Так, пойду в эту сторону. Так, теперь я буду делать все в темпе. Блин, как же я испугался все-таки, а. Вот ты ублюдок все-таки, а, Слендер, как же ты так... Подкрадываешься-то незаметно, а я же на тебя не смотрел даже. Ну что ж ты будешь делать-то, ну, когда появишься? Так, это что такое? Bargain Mart. Что еще там написано? Superstore. Ага, супермагазин. Обалденный просто. Мороженку продают, да?
Ice cream. Scream. Двоякое такое, да? Ice cream и scream. Ice cream мороженое, scream кричать. Ice cream кричать. Но кричать я не буду. Я буду бравый. Ага, записочка. Окей, что у нас еще? Где-то здесь есть записочки. Где-то здесь. По-моему, здесь они располагаются в определенных местах постоянно, причем, да? Да что ж ты устаешь-то? Так, забрал мою девушку, теперь ходит за мной. Ну, это понятно. Вот тут я уже запутался, куда идти, что-то. Покружился по сторонам и тупанулся. Ладно, пойдем в другую сторону. Так, нужно выключать фонарик, писали в комментариях. Давайте попробуем выключить фонарик. Где-то там какой-то лев был или что, да? В прошлый раз вот нас он когда поймал. Я там добежал до какого-то места, где лев, по-моему, что-то такое. Так, это что такое вообще? Это вентиляция. Сломанная вентиляция. Окей. Оу. Что за корзинка, тазик, что это такое непонятное? Так, здесь пока пусто. Зайдем вот в эту комнатушку. Здесь что-то туманчик, смотрите, офигительно сделано, кстати, да? Никто не выжил. Ну, естественно, я тоже все никак не могу выжить, потому что... Ну, не получается, не дает мне Слендер собрать все записочки. Слендер, дорогой. Где же ты, бр... Лев. Лев Лещенко. Ой, блин, да что... А что фонарик-то выключился? Японский городовой. Ну на. Ну-ка, включайся. Нет, ребят, не... О. Заработала Эврика. Лев. И главное, здесь светит... Чего? С нашими мыслями мы создаем свой собственный мир. Спасибо тебе, мудрый лев. Помоги мне найти все записочки, пожалуйста. Ага. А, это фейк. Подловили. Слендер подловил меня, да? Это фейк, ребятушки, это не записочка. Хотя со стороны похоже на записку, как самую настоящую. О, вот записку я вижу. Не убежать! Конечно, не убежать. Слендерок, он такой. Ублюдок. Дай собрать, а. Блин, да что такое, ребят? Ну он постоянно здесь ловит. Да елки-палки, да. Ладно. Ну что, ребят, посетили мы Слендера. На этот раз собрали 4 записки. И будем продолжать собирать обязательно в других сериях. Всем спасибо за внимание. Всем до встречи и хорошего настроения. Всем пока.